Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и безусловно, как и меня, вас интересует тема, где взять золото и сколько можно получить на халяву. Итак, ребят, давайте сразу определимся с термином халява. Что есть халява в разрезе данного конкретном видео? Это золото, которое вы сможете получить, не вкладывая абсолютно никаких денег. То есть реальные бабки не тратим, значит, это халява. Если для того, чтобы получить золото, необходимо все же что-то сделать, кроме того, чтобы просто зайти в игру и нажать кнопку «Забрать», то это все равно будет халява, так как я уже сказал, бабло мы не тратим. Я думаю, с термином халявы мы определились, едем дальше. Следующее, то что хочу сказать, это, ребят, если вы можете поддержать канал в его развитии, пожалуйста, сделайте это. Первое, что вы можете сделать, это абсолютно бесплатно для вас, но очень дорого для меня. Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео, пишите комментарии и обязательно лайкните данное видео, если оно вам понравится. Спасибо вам большое, кроме вас меня поддержать некому, меня никто не спонсирует, ну и соответственно, меня никто не продвигает. Я рассчитываю только на себя, ну и, честно говоря, больше, наверное, даже на вас. Итак, ребят, третье, что хочется сказать. Есть два способа получения золота в данной игре. Первое, это задонатить. Самый простой способ, но он подходит не всем. Но мы не можем его миновать, потому что это способ получения золота, а значит, давайте обсудим. Итак, ребят, есть вот такие вот разные предложения периодически в магазине. И не только в магазине, иногда прилетают и индивидуальные предложения, там, где вы можете купить себе голду. Вот здесь вот голдишку вы можете приобрести себе в размере 500 золотых монет за 1 доллар. В основном в магазине висит предложение, допустим, у меня 250 голды за 1 доллар. И это крайне невыгодный донат. Вот этот донат 500 голды, это еще терпимый донат. Плюс-минус вкусный донат, это когда у вас 750 голды за 1 доллар. Жирные предложения, которые иногда появляются в виде индивидуалок, это когда вам предлагают за 1 доллар, ребят, купить 1000 голды, а иногда встречается и полторушка. Ну, даже если там делить, иногда бывают шкатулки. Короче говоря, разные способы есть приобретения золота, разные предложения. Все зависит от того, во сколько вам обходится 1000 золота. Вот как раз про выгодный классный донат я и говорю. Классный донат — это от 1000 золота за 1 доллар. Если с донатами, ребят, мы определились, то тогда давайте будем ехать дальше. Первый способ бесплатного получения золота, я думаю, что, наверное, это самый, ребят, простой. Установите себе на телефон приложение, если вы играете исключительно с компьютером. Ставите себе на телефон, и тогда вот здесь вот у вас появляются контейнеры. Не только контейнеры, здесь появляется один контейнер за рекламу, который вы можете смотреть 2 раза в день, и, соответственно, там может выпадать вам сертификатик на золото. Когда вы соберете себе, ребят, данный сертификат в целом размере, вы сможете себе обменять его на 100 золота. Я считаю, что это довольно-таки неплохая халява. Вот эти вот 100 единиц золота вы получаете за 20 частей сертификата. Я посчитал, и приблизительно получается, что с контейнера за рекламу, как правило, за 3 максимум, ребят, максимум 5 дней вы получаете 20 сертификатов и, соответственно, можете их обменять на 100 голды. Таким образом, получается, что только с вот этих вот сертификатов на золото вы можете получить 600 либо 700 золотых монет за 1 месяц просмотром рекламки в виде конта. Плюс к тому, вот здесь вот появится у вас значок просмотра рекламы, который вы можете совершить 5 раз в день. За каждый просмотр рекламы, опять-таки, пользуясь телефоном, вы можете получить 50 золотых монет в день. Я беру в среднем 30 дней в месяц, для того, чтобы не брать 31 и там с вот этим вот не морочиться. И таким образом получается, что за месяц просмотра реклам вы получаете еще 1500 золота. Едем дальше, ребят. Это не все способы получения халявной голды. Следующим являются, ребят, недельные боевые задачи, играя в клане. Если вы в клане состоите, соответственно, у вас будут ваши недельные задачи. И, ребят, очень часто встречается на первых 3 местах 100 золота. Я себе приблизительно прикинул, что, как правило, за 4 недели один раз появляется золото в конце всей этой линейки в размере 300 единиц золота. И если у вас подкованный клан, то вы эти 300 заберете. Но давайте не будем на это рассчитывать. Давайте будем считать, что ваш клан все полностью чекпоинты не закрывает. Соответственно, вы будете забирать из 4 недель 3 раза по 100 голды. Кто-то скажет, я не состою в клане. Что мне в таком случае
случае делать? А все, ребят, очень просто. Берете, создаете себе еще один аккаунт и сами с собой, ребят, уж простите, играете в танки. То есть у вас должно быть либо два телефона, либо телефон и компьютер. Вы создаете себе клан, допустим, и начинаете играть в клане сами с собой, выполняя вот эти вот задачи. Выполняете задачи, как минимум первый пункт вы самостоятельно закроете. Я больше чем уверен, что сил у вас на это хватит. Таким образом, ну а уж тем более, если вы состоите в клане, за месяц вы железобетонно забираете отсюда 300 единиц золота. Едем дальше, ребята. Есть у нас еще такая вещь, как ежемесячные ивенты. В ежемесячных ивентах, если вы будете по боевым задачам, именно ивентовым, не покупая себе никакой боевой пропуск, просто выполнять вот эти вот боевые задачи, то за неделю 15 задач выполнили, соответственно, за 4 недели 60 задач. Ну и, ребят, если 60 задач вы выполнили, вы доходите до 60 уровня, а на пути к 60 уровню встречаете несколько раз золото. В нашем конкретном случае 50 золота, 100 золота и 200 золота в конце. И это, ребят, без доната, без какого-либо боевого пропуска, просто выполняя боевые задачи. Таким образом, в ежемесячных вот этих вот ивентах вы можете вполне спокойно забирать 350 голды. Да, кто-то там напишет в комментариях, поправит мне, что это называется Battle Pass, но, честно говоря, какая разница, как это называется? Суть-то остается та же самая. Таким образом, ребят, мы посчитали с вами практически все, что можно было посчитать. У нас остаются, ребят, только кто? Правильно, ребят, остаются бустеры на золото. Вы можете копить данные бустеры, можете их тратить, но я вам рекомендую сделать следующее. Если у вас нет танков 10 уровня, ни в коем случае не используйте бустеры, пока 10 у вас не появится. Объясню почему. Чем выше уровень танка, на котором вы играете, тем больше золота вы получаете. То есть, если вы проиграете бой или выиграете бой на танке 5 уровня, вы получите меньше золота, чем если проиграете или выиграете на танке 10 уровня. Самый выгодный 10 уровень по одной простой причине, потому что за проигрыш с бустером вы получите 10 золотых монет, а за выигрыш 20 золотых монет. Если считать правильно, то получается приблизительно так. Если вы среднестатистический игрок и ваша статистика составляет 50% побед, то, соответственно, с этих ребят бустеров вы будете иметь в среднем по 15 золотых монеток, ребят, с каждого бустерочка на золото. Вот здесь так вот русским по белому и написано, точнее, нет, не так, наверное, русским по черному написано, что 10 единиц золота за проигрыш и 20 единиц золота за победу. Но это если прочитать между строк. Теперь по факту, если вы покупаете себе, ребят, какие-то наборы и приобретаете что-нибудь, что включает в себя бустеры на золото, и вы хотите знать, что такое то, что вам положили в наборе, допустим, ну, я не знаю, там, 20 бустеров на золото, 30 бустеров на золото, вы хотите понимать, сколько это реально в золоте, когда вы их обналичите, просто умножайте на 15 золотых монет за один бустер. И будет вам счастье. Я думаю, что это самая простая математика, какая, ребят, только может быть. Итак, ребят, разобрались с вопросами того, что можно получать и каким образом. А теперь давайте с вами посчитаем. Мы с вами посчитали, что за контейнеры рекламные в месяц вы будете получать 700 голды. К ним добавляем 300 голды за недельные боевые задачи, которые вы, в принципе, сможете выполнять, состоя во взводе. Того уже получается 1000 золота. Плюс еще 1500 золота, ребят, вы будете получать, но я бы сказал, абсолютно прям вообще ничего не делая, просматривая рекламные ролики. Того получается 2500 золота. К этим 2500 золота я бы добавил 350 золота в ивенте. Да, здесь придется немножко попотеть, чтобы прям все боевые задачи выполнить. Но, ребят, халява, она тоже порой требует каких-то вложений. Если вы не вкладываете бабки, то она остается халявой. Просто тратите немножко времени и сил. Таким образом, получается 2850 единиц золота только на вот этих вот вещах. А сюда еще добавьте бустеры золота, которые будут выпадать вам из контейнеров. В частности, из контейнеров за рекламу тоже выпадает в районе 5 бустеров, если вдруг не выпадает вам часть сертификата на голду. И таким образом, ребят, получается, что в целом, если вы будете,
ну, грамотно себя вести в данной игре в отношении золота, то, соответственно, вы в месяц будете иметь от 3 до 3,5 тысяч золота. И вот вам, ребят, ответ. Как же мне получить себе премиумный танк для того, чтобы начать фармить, ну или какую-нибудь хорошую машину, если я не доначу в игру и не имею возможности? Пожалуйста, копи голду и приобрети себе в окончании месяца, ну, допустим, того же Игла 7 за 3,5 тысячи золота. Или скопи себе за 2 месяца и за 7 тысяч, я думаю, ты сможешь приобрести себе какую-нибудь плюс-минус годную восьмерку. Порой, ребят, за 7,5 даже можно купить 3 восьмых уровня. Теперь, ребят, что могу вам посоветовать по поводу того, как правильно себя вести в отношении голды. Первое, ребят, ни в коем случае, но я вас очень прошу, не тратьте свою голду, если вы не донатите, на вот такие вот приколы по 4000 и так далее. Да даже не покупайте себе какие-то камуфляжи за 750. Поверьте, вы будете играть одинаково, что за 750 голды в камуфляже, что вот в таком вот бесплатном, который вы получаете из какого-нибудь контейнера. Поэтому не покупайте всякий хлам, не приобретайте себе там, я не знаю, те же самые контейнеры, из которых возможно что-то выпадет, а возможно нет. Это первое, что необходимо вам запомнить. Ну и второе, установите себе на телефон приложение World of Tanks Blitz для того, чтобы получать возможность забирать халявное золото, просто просматривая рекламу и играя самому с собой во взводе. Если у вас нет клана, создавайте свой, ну и соответственно таким образом забирайте голду. Итак, ребят, это все, что я хотел вам рассказать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, ну и поддерживайте любыми другими способами развития канала, я вам буду только благодарен. Возвращайтесь на видео, огромное спасибо за просмотр, всех благ, мира вам, друзья мои, и спокойствия. Пока-пока!